На улице Ивана Голубца вовсю кипит работа. Здесь устанавливают новые бордюрные камни. Специалисты предприятия «Римстрой» уложат бордюры протяженностью 1200 метров от проспекта Революции до улицы Новороссийской. После ремонтных работ также будет проведено асфальтирование дороги. А в сквере Боевой Славы начались подготовительные работы перед реконструкцией. На данный момент производится снос аварийных зеленых насаждений, обрезка деревьев, демонтируется старое плиточное покрытие и ведутся подготовительные работы по устройству автоматического полива. Сотрудниками предприятия «Зеленстрой» будет реализован ландшафтный дизайн-проект с установкой системы автоматизированного полива зеленых насаждений. В сквере планируется замена плиточного покрытия, установка световых и малых архитектурных форм. Капитальный ремонт ждет и братские могилы на улицах Протапова и Ленина. Во всех сельских округах будут приведены в порядок мемориалы и памятники военной истории. Все работы по благоустройству завершатся до 5 мая.